Здравствуйте, это итоговый выпуск нашей программы. В студии Андрей Дреер. О самых заметных и важных новостях этой недели в ближайшие полчаса. Ловцы должников. Зачем дорожная инспекция объединилась с приставами и что из этого вышло? Афера по-барнаульски. Семья купила квартиру, которую, как выяснилось, настоящий хозяин даже не хотел продавать. 120 человек из 9 сибирских регионов. В Барнауле стартовало первенство Сибири по греко-римской борьбе. Самая длинная рабочая неделя в этом году подходит к завершению. Выдалась она насыщенной на разного рода события. Судебные процессы шли сразу по нескольким резонансным делам. Не обошлось без чрезвычайных происшествий, но позитивные новости тоже есть. Откроем же выпуск с новости не для всех радостной. Жители края, должники по штрафам ГИБДД, просроченным кредитам и неуплаченным алиментам могут быть остановлены на дороге. Накануне в Барнауле прошла операция «Должник», которую судебные приставы провели совместно с сотрудниками госавтоинспекции. Сколько транспортных средств было проверено и имеет ли значение размер долга? Имеется. Налогов в размере 6026 рублей. Всего проверили 263 автомобиля. Останавливали и приглашали пообщаться лишь тех, кто должен. И 6 тысяч – это совсем небольшая сумма. У кого-то долги составляют 1,5 миллиона. Многим пришлось на месте распрощаться со своими транспортными средствами. Забрали в счет долга. Всего должники лишились 12 автомобилей. 37 машин было арестовано. Машина не прикроет такие долги. Она не прикроет, но она хотя бы частично погасит. Если по 1500 рублей в месяц платит. 130 тысяч, ну сколько вы выплачивать будете? Некоторые должники с удовольствием играли на камеру и оплачивали долги сразу после того, как их останавливали. Это надо счастливым лицом делать. Я оплатил штраф. Теперь выключайте камеру, я слезу пущу. Кого-то просили остановиться в момент, когда задолженности у них уже не было. К слову, этот мужчина пару дней назад был должен всего 100 рублей. Но и они стали поводом, чтобы приставы и автоинспекторы потребовали оплаты долга. А почему у вас задолженность? Я не знаю, здесь какая-то исполнительная решение какое-то. 100 рублей. 100 рублей? 100 рублей. То есть на 100 рублей. Закрытое у вас. Все закрыто. Вот видите, даже закрытое. Между тем, сейчас в розыске находятся почти 1000 человек, которые не платят своим детям алименты. Это статистика, которую привели сегодня судебные приставы. И даже обрисовали социальный портрет таких должников. 88% среди них мужчины, средний возраст 56 лет. 12% женщины, средний возраст которых 40 лет. Примечателен такой момент по знаку зодиака. Среди должников больше всего тельцов. Мы на протяжении последних лет не просто применяем меры принудительного взыскания, не просто арестовываем имущество, не просто привлекаем к уголовной и административной ответственности. Мы пошли немножко дальше. Мы работаем активно с центром занятости населения. Если наш должник не трудоустроен, либо по каким-то причинам потерял свою работу, мы, во-первых, направляем в центр занятости для трудоустройства, раз, как безработного. Второе, мы ведем работу по получению дополнительного образования и дальнейшего его трудоустройства. Конечной целью для нас сейчас становится трудоустройство должника. Кстати, среди алиментщиков тоже есть рекордсмены, один из которых задолжал своим детям 1,5 миллиона рублей. Так что операции должник продолжит проводить. В прошлом году таких было 13. В результате с должников взыскали более 300 миллионов рублей. Только за 4 дня февраля почти 400 тысяч. Татьяна Голубева, «День с толком». На этой неделе власти региона начали подготовку к предстоящему весеннему паводку. По прогнозам специалистов, от первой волны половодья могут пострадать 39 районов края. Подтопления ожидают уже через месяц, в конце марта, когда начнут скрываться малые реки. О том, на какие меры стоит надеяться в случае чрезвычайных ситуаций, в сюжете Анары Шагировой. Этой весной может подтопить 16 тысяч домовладений. И в этом году угроза весьма реальна. На большей части края влаги в почве больше нормы, а это значит, талая вода не будет впитываться и пойдет поверху. Разлив малых рек, первая волна паводка, возможен на территории 182 населенных пунктов края. Можно оценить состояние осеннего увлажнения почвы как оптимальное и избыточное на площади всего бассейна Верхней Оби, за исключением верхнего и среднего течения реки Катунь, а также верховья рек Амур, песчаная черыша.
Реки начнут освобождаться ото льда, по прогнозам специалистов, уже в третьей декаде марта. И тогда же из-за разливов начнутся первые подтопления. Под угрозой сразу 39 районов, от степных до предгорных. Обеспечить готовность ГТС, гидротехнические сооружения к безаварийному пропуску паводковых вод, обратив внимание на бесхозяйные, уделили сегодня этому особое внимание. Значит, прошу держать на контроле ситуацию и на особо опасных ГТС. Уже подготовлен план по подрыву льда на реках края. Первые работы стартуют во второй половине марта. Специалистам рекомендовано с учетом прогноза синоптиков ежедневно мониторить ситуацию и проверить готовность к эвакуации населения, чтобы в случае ЧП экстренным службам отреагировать оперативно. Анастасия Драган, Анара Шагирова, «День с толком». А вот руководство Барнаула впервые пошло на диалог по проблемам сохранения зеленых зон города. Формальным поводом стало собрание с общественниками, которые вышли на улицу, чтобы оставить сквер на площади Сахарова от возможной застройки. На его месте АГУ планирует возвести новый корпус. По предложению городских властей обсуждение спорного вопроса с улицы перенесли в крытое помещение, где участники и дали волю эмоциям. Получился ли диалог в итоге? Смотрите далее. Пока площадь Сахарова занята мобильным пунктом вакцинации от коронавируса, собрание общественников и представителей власти перенесли на другую площадь – Свободы. Здесь собралось немного барнаульцев, те, кого не испугали низкие температуры. Все они – зеленые активисты, и вопрос повестки дня о сохранении сквера в центре города для них особо значимый. В парках, наоборот, спокойствие, особенно гулять с кем-то, очень приятно, а вокруг домов где гулять? Не только сохранение зеленых зон, но и перспектива застройки центра Барнаула волнует общественность. Она давно и настойчиво призывает власть открыто обсуждать эти проблемы, учитывать мнение неравнодушных горожан. Мы обратимся к губернатору Алтайского края, мы же говорим с тем, что самое главное наше требование, чтобы создать постоянно действующую площадку для такого рода диалогов. И надо признать, что на этот раз власти Барнаула пошли на диалог. Они предложили участникам акции продолжить совместно собрание уже не на улице, а на закрытой площадке в российско-немецком доме. Здесь, обсуждая возможную застройку площади Сахарова, горожане дали волю эмоциям. Мы считаем, что есть определенные места, определенное общественное пространство, которые должны сохраниться в том виде, к которому мы привыкли. Это прежде всего, конечно, это центр нашего города, это Ленинский проспект, это площадь Сахарова. Больше сотни людей поставили подписи против застройки этого места. Впрочем, довольно жаркой получилась дискуссия вокруг уже проданного участка на речном вокзале. Должны быть конкурсы. Такие важные места в городе, они должны проходить через конкурс и никак иначе. О застройке центра города говорили долго. Одно из ключевых предложений – ввести мораторий на застройку любых зеленых зон Барнаула. Эту инициативу власти поддержали. Органы местного самоуправления разрешений на сегодняшний день не выдавали на застройку ни одного объекта на территории площади Сахарова. Поэтому мы с вниманием и уважением относимся к мнениям общественности, поэтому постараемся учесть ваши предложения при осуществлении государственной политики городской администрации. Воробьев подчеркнул, что на особом внимании у руководства города сохранение парков. К примеру, юбилейный предлагают отдать краевому учреждению. Какому именно, правда, не уточняют. А судьба сквера на Сахарова пока так и остается под вопросом. Недавно стало известно, что Министерство образования и науки России не утверждало финансирование на строительство нового корпуса АГУ. А пока эта тема в Барнауле остается одной из центральных повестки. Общественники надеются, что компромисс между горожанами и властью будет найден до того, как будет поставлена точка в этом вопросе. Анара Шагирова, Александр Антропов, «День с толком». Прозвучало на неделе и имя технического вуза, но повод более мирный, можно сказать, вдохновляющий. Ученые политеха создали первую в России косметику, которая ускоряет заживление кожи после ожогов. Новая продукция претендует на фурор в области косметологии, уверены специалисты. Правда, не во всех случаях может помочь. Подробнее об этом расскажет Ирина Корчагина. Здесь вот чувство невесомости появляется у человека, когда у него ожоги на спине, на нижних конечностях, то есть по задней поверхности тела. В этом
центре всегда ажиотаж. Почти все койки заняты, много детей. Все пациенты с ожогами. Часто это ожоговый шок, токсины в крови, сепсис. В этой реанимации сейчас лежат пациенты с поражениями до 70% тела. Они находятся в медикаментозном сне под аппаратами ИВЛ. Просто они, видите, если ожоги верхних дыхательных путей, и осложнение идет бронхолегочное, мы накладываем трахеостомы, и дыхательные аппараты непосредственно подключены. Только с начала года в Краевой центр термических поражений обратилось 250 пациентов. Часть с обморожениями, сказались морозы, большинство с ожогами. После выписки жизнь может радикально измениться. Кому-то даже потом требуется пересадка лица. Это большой еще моральный фактор, который должен быть у врача. За каждым больным, который стоит, нужно видеть его жизнь дальнейшую. То ли это будет изуродованный человек и инвалид глубокий, то ли это будет в перспективе, можно сделать из него полноценного гражданина общества, который будет себя обеспечивать, кормить семью. А здесь уже занимаются несерьезными травмами. В стенах политеха ученые разработали косметику, которая ускоряет регенерацию кожи после небольших ожогов. Аэрозоли и гели защищают кожу от внешних факторов, от воды в том числе. Клетки восстанавливаются в стерильных условиях. По словам разработчиков, у этой продукции пока нет аналогов в стране. У нас есть достаточно много продукции и косметического назначения, и фармацевтического назначения, тем более, которые используются для лечения как раз последствий ожоговых травм. Но мы говорим про те виды продукции, которые могут быть использованы не в ожоговых центрах. То есть не в тех случаях, когда у человека какие-то серьезные последствия ожогов. Мы говорим о возможности ускоренного восстановления кожи при нанесении мелких бытовых травм. Ученые уже подали заявку на грант, на рельсы производства косметика может встать уже в этом году, а значит, ее смогут приобрести и жители региона. Тем более, скоро начнется жаркий сезон. В ожоговом центре уверяют, как только потеплеет, обжигаться люди начнут еще чаще. Ковид уменьшился, и народ стал выходить на улицы, на производство. Поток больных, я не знаю, к сожалению, или как так получается, что поток больных, в общем-то, стал прибывать. Будет период наступления, так сказать, потепления и выезда на шашлыки, дачи и так далее, конечно, будет процент ожогов пламени будет только возрастать. Ирина Корчагина, Николай Шелко. День с толком. А в отношении трех бывших работников медицинской сферы, которые засветились в громком коррупционном скандале, на этой неделе вынесли приговор. Экс-сотрудниц онкологического диспансера «Надежда», которые не гнушались крупными взятками, приговорили в общей сложности к 30 годам колонии и штрафам в совокупном размере 9 миллионов рублей. Судебное разбирательство длилось больше 2 лет. За это время состоялось больше 90 заседаний. В итоге суд установил, что заместитель главврача, главная медсестра, а также начальник контрактной службы онкоцентра в течение нескольких лет получали незаконное вознаграждение от поставщиков медизделий. Общая сумма взяток превысила 20 миллионов рублей. Наказание женщинам предстоит отбывать в исправительной колонии общего режима. Правда, адвокаты осужденных уже заявили о своем несогласии с приговором. Защита намерена обжаловать вердикт в Алтайском краевом суде. Пока еще продолжается судебное разбирательство по другому резонансному делу – о драке на Старом базаре. На этой неделе начали допрашивать свидетелей. В Центральном районном суде Барнаула состоялось очередное заседание. На нем опросили молодого человека, который в злополучный июльский вечер тоже проводил время в кафе на Старом базаре. Тему продолжит Анастасия Дороган. Снимать видео на заседании по делу Михаила Старцева нам запретили, но разрешили присутствовать. Почему суд вынес такое решение, не поясняют, но, как считают наши коллеги, освещению этого процесса противятся адвокаты Михаила Старцева. А судят его, напомним, по части 4 111 статьи. Это деяние, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. 27 июля 2020 года он участвовал в драке, в результате которого умер еще один ее участник, Павел Рохлов. Роковой момент тогда попал на камеру. Вот он. Со смерти Павла прошло полгода, но его вдова Светлана до сих пор не может прийти в себя. Нам удалось побеседовать с ней до заседания. Она рассказывает, что Михаил Старцев перед ней так и не извинился, не извинились перед ней и его родители, с которыми она пересекалась. Они улыбались, хохотали, на что я не выдержала и задала вопрос, не хотите ли вы извиниться, хотя бы принести соболезнования за своего сына, что мне его отец коротко и ясно
ответил: «Тебе что, мало? Мы перед тобой извинились через телевизор». Вот и все. Кстати, в этот момент мимо проходил Михаил Старцев, но на Светлану он даже и не взглянул. Не смотрел на нее он в течение судебного заседания. Взгляд в стенку, и в допросе свидетеля он не участвовал. А допрашивали мужчину, который в тот злополучный вечер тоже проводил время в том же кафе на Старом базаре. На судебном заседании он еще раз рассказал, как видел так называемого агрессивного человека, которого в первое время в СМИ окрестили как инвалид. По словам свидетеля, он сначала приставал к девушкам из его компании, они отказались с ним проехать, затем его внимание переключилось на компанию Михаила Старцева. Он замахнулся палкой и попал по одной из девушек. Соответственно, дальше завязался конфликт. В процессе конфликта девушки из BMW X7 вмешались, началась кутерьма. Был парень и две девушки. Этот допрос был долгим. В показаниях свидетелей сейчас и в августе 2020-го, через месяц после происшествия, есть расхождение. В частности, видел ли свидетель момент удара и детали потасовки. Вы с вашими знакомыми, друзьями обсуждали вообще ситуации? Да. Скажите, пожалуйста, вы пользуетесь интернетом? Да. За этот период времени месячно этой темой еще интересовались, читали? Первую неделю, возможно, когда натыкался на новости. Вы все рассказывали следователю, как вы поняли, или уже пользуясь информацией? Ну, то, что я помню, то и рассказывал. Тогда как понять, видели ли вы удар Старцева в отношении Рохлова или не видели? Именно момент, когда Старцев нанес Рохлову удар, я не видел. При этом адвокаты акцентировали внимание на близорукости свидетеля и его нетрезвом состоянии в тот вечер. А следующее заседание будет уже на следующей неделе. В нем также будут опрашивать свидетелей. Но это все еще не Дмитрий Лопатин, который в истории фигурировал как инвалид. Анастасия Дороган, Алексей Фризин, «День с толком». И еще об одном громком деле, разбирательство по которому идет уже более 2 лет. Речь идет о Happy Baby. Этот детский сад прославился своими издевательствами над детьми в 2018 году. Буквально сегодня в Центральном районном суде прошло заседание, на котором было закончено исследование видеодоказательств. А именно, 176 эпизодов, где видно, детей кидают, душат, закрывают в комнатах. Более 2 лет на каждом заседании родителям пострадавших малышей приходилось смотреть каждое видео, каждый эпизод насилия заново. Потерпевшими были признаны 15 малышей. Заведующий и воспитатель теперь грозит уголовное наказание. Добавим, что в следственную группу по Happy Baby вошло около 100 сотрудников. Не обошлось и без вмешательства Москвы. Скандальную историю на свой личный контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Известно, что следующее заседание по Happy Baby состоится 29 марта. На нем суд приступит к допросу свидетелей. А вот пострадавшим из следующего сюжета совсем непонятно, где добиваться правды. Семья из Барнаула спустя 2 недели после покупки квартиры узнала, что ее придется покинуть. Жилье им по закону не принадлежит. А пострадавшие стали жертвами высококлассного мошенничества. О нем наш следующий специальный репортаж. Некоторые вещи даже еще остались в коробках, собственно говоря. Ну, нет смысла просто их разбирать, потому что реально не знаем, когда нас попросят съехать. Живут на чемоданах уже целый год. В конце 2019-го супруги Софья и Егор почти за 4 миллиона купили квартиру в спальном районе Барнаула. Красивую, просторную, наводи уют и обживайся. Но одним недобрым днем неожиданно выяснилось, квартира им не принадлежит. Мы уже тут планировали ремонт. В один из вечеров к нам приходит женщина, постучалась в дверь, все. Говорит, я собственница. Вы, говорит, квартиранты. Мы сначала говорим, нет, мы, наверное, куда-то ошиблись квартиры. Она, нет, все, 69-я. Я собственница квартиры. Мы говорим, ну, мы ее купили. Она говорит, как так? Я ее сдавала. Оказалось, последние арендаторы без ведома собственницы подделали ее паспорт по ксерокопии документа со всеми вводными знаками. Но поставили свое фото, чтобы в Росреестре, куда они обратились за восстановлением документов на квартиру, ничего не заподозрили. Затем продали квартиру перекупщику, а он, в свою очередь, супружеской паре. Примечательно, что в Росреестре пояснили, они не устанавливают подлинность паспорта. Когда поступает регистратору на правовую экспертизу заявление, регистратор, видя данные, которые указаны в заявлении, запрашивает сведения посредством электронных сервисов в миграционную службу на предмет проверки достоверности этих сведений. Миграционная служба отвечает, либо паспорт достоверный, либо он недостоверный.
На предмет подлинности запросов государственные регистраторы не осуществляют. Миграционка оценить подлинность паспорта может только визуально, то есть без каких-либо гарантий. Сами арендаторы же, которые подделали паспорт, сейчас находятся в СИЗО. Брать с них нечего, рассказывают Софья и Егор. Собственница подала на супруга в суд. Там молодую пару признали недобросовестными покупателями. Здесь добросовестность, я вам говорю по статье, не имеет вообще значения, так как выбыла квартира помимо воли. Мы со своей стороны доказали факт, что наша клиентка через подчерковеческие экспертизы не подписывала данный договор на отчуждение квартиры. Софья сейчас на 8-м месяце беременности и все квартирные переживания принимает близко к сердцу. Я очень долго лечилась, если честно, у невролога. У меня онемевала просто вся левая часть. И до сих пор, и даже будучи беременной, лежала на сохранении. Возможность признать Софью и Егора добросовестными покупателями могла бы быть, если бы они оформили договор купли-продажи в нотариальной форме. И они, и перекупщик, который приобрел жилье у людей по поддельному документу, решили обойти этот момент. Сделка и у того, и у этих участников прошла в простой письменной форме. Что было бы дороже затратить на нотариуса там? Не больше 25 тысяч рублей, это я сейчас говорю о максимальном каком-то таком размере, либо же вот простая письменная форма. Кто отвечает за эту сделку? Риэлтор? Кто отвечает? Продавцы? Ответили покупатели. И вообще я бы призвала именно покупателей обращаться к нотариусу за удостоверением сделки купли-продажи недвижимого имущества. Недобросовестные продавцы, как правило, отговаривают покупателя от визита к нотариусу, поскольку последний тщательно проверяет документы. Если они подозрительные, запрашивают информацию по ним в разных инстанциях. Нотариус заинтересован, чтобы сделка совершилась и была законной. Если суд вдруг усмотрит вину нотариуса и сделка будет в суде оспорена, то нотариус будет обязан компенсировать ущерб. На обращение к нотариусу при заключении сделок настаивают и юристы, иначе шанс найти правду близится к нулю. Преступность началась в том моменте, когда мошенники завладели имуществом этого человека незаконно. Соответственно, они незаконно получили квартиру, все последующие сделки будут незаконными. Чтобы не стать жертвой мошенников при покупке квартиры, юристы советуют обращаться в ФМС. Мол, здесь есть возможность сверить фотографию паспорта собственника с фотографией в базе данных миграционной службы. Но здесь есть свои нюансы. Вы сомневаетесь в подлинности паспорта собственника, правильно понимаю? Да, хочу подстраховать себя. Ну, с ним вместе подходите, он с паспортом. Ему предоставят информацию, подлинно у него паспорт нет. Кстати, как выяснилось, на черном интернет-рынке могут подделать любой документ, в том числе паспорт. Мониторил социальные сети, да, закрытые социальные сети, где на этом черном рынке предлагают документы. Разброс цен тоже варьировался от 35 тысяч до 350 тысяч. Дмитрий Симонков на днях позвонил представителю черного рынка и лично убедился, как легко и дешево могут слепить главный документ, удостоверяющий личность. Ну, на ксероксе паспорт не отксерили. И вот все данные, все то же самое оставить, и надо будет поменять фотографии только другого человека туда сделать. Я понял тебя, 35 будет стоить. Для мошенников такие расходы не сумма, когда на кону миллионы рублей. Пока такие услуги существуют, ими будут пользоваться. А такие, как Софья и Егор, попадаться на удочку злоумышленников. Сейчас молодые люди озадачены поиском съемного жилья. Но они все еще надеются, что случится чудо, и приобретенное ими жилье признают за ними. Но все эксперты солидарны, такому высококлассному типу мошенничества противостоять практически невозможно. Из-за случившегося у пары, ожидающей первенца, даже приятные хлопоты отошли на второй план. Кроватку морально не могу настроить себя купить, потому что только купим, привезем, соберем. И опять же неизвестно, что будет завтра. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Барнаульцы, потерявшие квартиру, считают, что они не единственные пострадавшие от высококлассных мошенников. По мнению мистера, подобные схемы с разницей в несколько лет применяли и в других городах России. Но вот установить и доказать это, подчеркивают эксперты, проблематично. В то же время на этой неделе президент России, общаясь с главами думских фракций, поручил правительству страны решить проблему мошенничества на рынке жилья. Одной из превентивных мер такой проблемы, предполагает президент Алтайской краевой нотариальной палаты Наталья Дрожжина, могло бы стать возобновление практики обязательного заверения нотариусом всех без исключения сделок с недвижимостью.
Вообще, честно, практикующий нотариат в России возник в 93-м году. Как раз в феврале месяце были приняты основы законодательства Российской Федерации о нотариате. И как раз вот все эти бурные 90-е годы сделки с недвижимостью были обязательной нотариальной формой. Я думаю, что на тот момент нотариат удержал вот гражданский оборот, потому что началась приватизация, у граждан появились квартиры, имущество в собственности. И когда государство наше уже оперилось, посмотрело, говорит, да зачем же нотариусы? Нужны, и очень дорогая у вас форма сделки, и либеральные законы на тот момент у нас вносились в наше государство, решили, что граждане самостоятельно смогут купить квартиру и уж точно самостоятельно ее продать. Что нужно будет сделать? Обратиться в органы регистрации сделок с недвижимостью. Я думаю, что у Украины хороший опыт, когда нотариус является и лицом, удостоверяющим сделку, и регистрирующим. Это происходит одномоментно. У нас это разорвалось, и постепенно как бы от нотариусов люди уходили. Более того, лилась огромная пропаганда про то, что у нотариуса все это дорого. Но вот как раз если мы возьмем те 90-е годы, мы во многом сохранили людям их имущество, либо сохранили их деньги, которые не были потрачены за мошеннические сделки. Наверное, напрямую мошенников было больше вот в тех. Они не так боялись, они приходили. Сейчас либо это люди, ну, может быть, несколько изменились, они не столь разнузданы, но к нотариусу мошенник пойдет, скорее всего, в очень такой ситуации, я не знаю, потому что еще на стадии беседы ты уже понимаешь, что это мнимая сделка, что на самом деле ничего не происходит. И вот так сколько я не удостоверила сделок. Прозвучала на этой неделе одна из тем, связанных с культурой. Повод – предстоящее празднование 200-летия великого русского писателя Федора Достоевского. Программу нашего региона Всероссийский оргкомитет признал одной из лучших. Но интересен не только этот момент, но еще и след Достоевского в Барнауле. Дело в том, что классик очень любил наш город, неоднократно бывал здесь и даже мечтал сюда переехать. Местные эксперты считают даже, что Достоевский мог бы стать успешным туристическим брендом Барнаула. Далее слово Илье Кочеткову. Обычная улочка, точнее даже проезд в барнаульском частном секторе. Но этот от окружающих отличает громкое название – проезд Достоевского. Великий русский писатель действительно бывал в городе Барнауле, но сегодня об этом посещении напоминает, пожалуй, лишь вот название этой улицы. Между тем, в Барнауле есть люди, которые уверены, что сей визит достоин гораздо большей памяти. Достоевский был в Барнауле 6 раз, проездом из Семипалатинска в Кузнецк, где тогда проживала его будущая жена. В Барнауле, по словам специалистов, классик видел реальное училище, горный госпиталь, инструментальный магазин. Он был вхож и в дома знати города, горных офицеров. К примеру, был гостем на балу по случаю дня рождения жены начальника горных заводов. Картина Алексея Дрилева, висящая в барнаульском ГМИЛИКа, иллюстрирует этот эпизод жизни писателя. 24 ноября 1856 года по прибытии в Барнаул Достоевский через Семенова, впоследствии Семенова-Теньшанского, получил приглашение на бал к Генгросу. И приглашение было принято. Это был важный знак внимания, означающий: барнаульская элита приняла Достоевского в свои ряды, фактически сказав «ты свой». Барнаул писатель любил гораздо больше других городов, где проходила его ссылка – Семипалатинск, Кузнецк, Омск. Даже признавая, что Барнаул полон сплетен, он считал его светлым. И когда думал, что вернуться в Санкт-Петербург ему не позволят, хлопотал перед своим другом, бароном Александром Врангелем, о том, чтобы здесь остаться. «Если будет возможность говорить и хлопотать о переводе моем в статскую службу именно в Барнаул, то ради бога не оставляйте без внимания. Если возможно говорить об этом с Госфортом, то ради бога поговорите. А если можно не только говорить, но и делать, то не упускайте случая и похлопочите о моем переводе в Барнаул в статскую службу». Филолог, достоевсковед Елена Сафронова говорит, классик провел в Барнауле в общей сложности 2 недели. Демидовская площадь, Нагорное кладбище, здесь он гулял, размышлял. Итог – более 40 упоминаний в письмах и записках. А город Мордасов из повести «Дядюшкин сон», уверена Сафронова, это и есть наш Барнаул, а его герои – реальные жители.
Сохранился дом, в котором останавливался литератор, здание на пересечении Красноармейского и Интернациональной. А тогда, в 19 веке, он находился на нынешней площади Спартак-2, тогда Сенной. Еще в 2015 году Елена предложила назвать площадь именем Достоевского и рядом с ней установить памятник писателю. Идею поддержали ведущие вузы края, общественники. Были разосланы письма во всевозможные инстанции края. И если насчет памятника, по словам Сафроновой, ответ был обычный – нет денег, то переименование пока даже не рассматривают. Возможно, это личные пристрастия. Кто-то считает, что это депрессивный писатель. Либо пытаются, ну, какими-то отписками ограничиться. Типа, это решение будет принято на следующем заседании топонимической комиссии. Но, видимо, она так редко собирается. А вот в городах, которые Достоевский любил меньше Барнаула, писатели не просто помнят, его обожают. Есть памятник в Семипалатинске, в Омске, который писатель называл гадким городишкой, есть музей Достоевского. Но дальше всех в Сибири пошел Кузбасс. Кемеровский предприниматель-общественник Эдуард Вестерман уже больше 10 лет продвигает в родном регионе бренд Достоевского. Под его руководством разработан фирменный стиль, запущен поезд со стилизованным убранством вагонов. Не говоря уже о конкурсах, акциях, даже товарах, вплоть до серии напитков. По словам Эдуарда, имена известных деятелей как туристический бренд – это общепринятая мировая практика. Парадокс. Иностранцы Достоевского знают больше, чем россияне, те же жители Кузнецка. Ну а здесь, когда были иностранные специалисты, американцы прежде всего, ну, когда они помогали в строительстве КМК, вот, и они, говорят, иностранцы интересовались каким-то Достоевским. И вот что меня огорчает, что мы скоро, наверное, придем к такому моменту, когда граждане барнаульцы, например, они будут тоже говорить, что тут нам какого-то Достоевского все приписывают. Вестерман стал также инициатором проекта по установке верстовых столбов на пути Достоевского через Сибирь. По одному такому столбу сейчас установлено в Новокузнецке и Заринске. Скоро должен появиться и в Барнауле. Кузбасс передает подарок Алтаю, поставим верстовой столб. И мы такой же потом планируем с ними Палатинскую вести, сами сделаем и поставим. И тем самым замкнем как бы вот этот маршрут с ними Палатинск-Барнаул-Кузнецк. В перспективе таких столбов должно появиться около десятка, и они станут основой глобального туристического маршрута со всеми вытекающими в виде сувенирной продукции, кафе, памятных мест. И Барнаул, уверен общественник, должен стать одной из ключевых точек будущего тракта Достоевского. Вестерман надеется, что верстовой столб появится в краевой столице уже в этом юбилейном году. Но пока этот вопрос остается открытым, как и по установке памятника и переименовании площади «Спартак-2». Будет много книжных выставок, которые устраивают наши ведущие библиотеки детской имени Крупской, Шишковка. Это выставочные проекты, которые делает, например, художественный музей Алтайского края. Это День Достоевского в Гмилика, который сопровождается лекциями, кинопоказами. Как известно, три режиссера, наши земляка, прикасались к творчеству Достоевского. Эксперты уверены, как когда-то Достоевский нуждался в Барнауле, так теперь Барнаул нуждается в имени Достоевского. И пока есть те, кому интересна история взаимоотношений писателя и сибирской земли, бренд писателя, подчеркивают эксперты, нужно в сибирских Афинах поддерживать и развивать. Илья Кочетков, Александр Антропов, «День с толком». Немало событий произошло и в спортивном мире края, но мы представим вашему вниманию сегодняшнее. В Барнауле стартовало первенство Сибири по греко-римской борьбе. Оно приурочено памяти выдающегося тренера РСФСР Федора Храмцова. В двухдневных состязаниях примут участие порядка 120 юных борцов из 9 сибирских регионов. Греко-римская борьба. Даже из названия понятно, перед нами один из самых древних видов спорта. Ее включили в олимпийскую программу еще в 700 году до нашей эры. Правда, античные атлеты боролись на песке, а современные – на специальном мягком ковре. Но правила в целом за тысячелетия мало изменились. В идеале нужно положить противника на лопатки. Борьба меня привлекает тем, что это не столько спорт, в котором важны физические качества, сколько волевые, так как может соперник выйти намного быстрее, выше, сильнее, но победит обязательно тот, кто имеет более жесткий характер, напор. Именно такие побеждают. Еще одно отличие от древних состязаний. Из-за пандемийных ограничений первенство проходит без зрителей. Только сами борцы, судьи и тренеры.
Участники – юниоры от 18 до 21 года. Всего 150 спортсменов из 9 регионов Сибири. Эти соревнования посвящены памяти заслуженного тренера Федора Храмцова, одному из тех, благодаря кому греко-римская борьба на Алтае была и теперь остается на высоком уровне. Нынешнее первенство для ребят – важный трамплин для дальнейшей спортивной карьеры. Тут разыгрывается путевка с 1 по 3 место. Занявший спортсмен получает путевку на первенство России. И так уже поэтапно дальнейшее попадание в сборную. Всего состязания продлятся 2 дня. Уже завтра станут известны имена победителей. А первенство России пройдет уже с 10 по 14 марта в Хабаровске. Анастасия Бертенева, Илья Кочетков, Николай Шелко. День с толком. А на этом у нас все. Мы поздравляем всех мужчин с наступающим праздником, Днем защитника Отечества. А следующий выпуск нашей программы смотрите 24 февраля, в среду. Спасибо всем, кто нас смотрит, не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар».